Всем, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем «Травма», «Кометы». Новенький трючок «Травмы». Наконец-то сольный. Наконец-то не какая-то попытка хайпа, да. Просто сольный трючок «Травмы». Давайте посмотрим, что это будет на этот раз. Ну, у него по сольным трекам, конечно, беда в основном. То есть он всегда на фитах вывозит, да, что «Плохая девочка», что «Среди серых облаков», что «О тебе» треки, да. Типа, это все были фиты. И это, ну, такие, типа, сильные треки и травмы. Вот, не вижу сны топ, не пизди, не пизжу. Вот, если что, у нас в телеграм-канале был опрос, и этот трек набрал, мать его, 7%. Это очень мало, особенно для травмы. Если вы хотите, чтобы травма набирал больше, то голосуйте за него каждую пятницу, когда он дропает. Ссылочка в описании на ТГ, не забывайте также про Twitch, на Twitch мы с ребятами снимаем реакты, прогнозы у нас тут всякая хуйня, общаемся. Ну, и не забывайте про Boosty и Discord. Мы там общаемся тоже. Все. Тут сосадет трек лучше прошлого. Так прошлых охуенный был. Ну, давай смотреть. Давай смотреть, что это такое. Я не буду заходить в телеграм-канал, пишет человек. Терпеть как, не понимаю. Слушаем. Let's go. Хороший трек, красивый. Красивый трек. Интересная вообще вещь, да, в дискографии последнего творчества «Травмы». Я не знаю, что было тут. Я не знаю, что было вообще в целом у него в творчестве, да, я мало его слушал. Но, как минимум, в рамках последнего творчества «Травмы», начиная с «Плохой девочки», когда я о нем, типа, узнал нормально. Ну, это, типа, такой первый трек своего рода «Эксперимент», где он, ну, не на низких, а реально, ну, старается по-другому что-то делать, и спел как бы высокими. Круто. Интересная тема. Вруби Tokyo Plug. Альбом Питка, а он у него альбом тропнулся? Я понял. Там был Playboy Carti на психотравме. Так, я верно понимаю, что все-таки в 23-м году он себя нашел, а до этого вот эта хуйня выходила. Ну, я вижу, да, хороший ягни и лоливс. То есть, получается, в 23-м году...
Чекни, у него 3. У травмы? А на ягодах фит с колдой. Так, ну он, короче, искал себя. И в 23-м году нашел. Ну-ка, 3. На моей кровати 3 суки все голые. Делаю трэп, я не слушаю клоунов. 9 миллиметров это патроны. Будешь пиздеть, разъебу тебе голову. Я будто джедай на атаке клонов. Я беру суку, снимаю с ней порно. Пырну тебя будто... Я все это время думал, что это трек Майота. На моей кровати 3 суки все голые. Делаю трэп, я не слушаю клоунов. 9 миллиметров это патроны. Будешь пиздеть, разъебу тебе голову. Я будто джедай на атаке клонов. Я беру суку, снимаю с ней порно. Пырну тебя будто I'm from love. Это его трек. Подожди, вы мне говорили еще на ягодах послушать. А где с колдой говорили был? Я мне показалось. Ёбнутая хэп-поп. Еще хэп-поп есть, блядь. В моих руках твоя кровь, порезы заглушат боль. Психиатр говорит тебе расстаться со мной. Давай сломаем. Вы же понимаете, что первое, что я послушал этого человека, было крутым релизом. Плохая девочка. Если бы я знал. Да похуй, ладно, на колду уже. Ладно, хуй с ним. Ты по-любому так хорошо. Как называется-то? Будто Хана Монтана в какой-то момент просто сошел с ума. Отдай свою суку мне, она под тобой не будет стонать. Травма заходит в клуб, они хотят, чтобы я разъебал. Я не слышал трек. Да его нет, там биф какой-то, что травма бабки не дал. Понятно, блядь. Ладно. То есть, оказывается, в 23-м году вот таким вот флоу ебаным травма себя нашел. И это был, ну, я так понимаю, единственное звучание, где он звучит реально хорошо. Где он реально звучит пиздато. И вот так вот он нашел себя, и это было круто. Но сейчас он понял, что его, блядь, заебали. Ну ладно, и сейчас он от этого ушел. Ну, допустим. Сейчас он от этого ушел чуть-чуть. Мне кажется, он сейчас делает не то, что хочет уже. Да, возможно. Да, блядь, ну, может, у меня глаз болеть не будет. Он сейчас делает то, что приносит прибыль. Думаю, денежное удовольствие. Что сейчас будешь слушать? Продолжаем по синглам идти, бро. Все в голосовалке есть. Блять, ну короче, давайте спидап послушаем, я уже втыкаю, пиздец. Короче, крутой трек, добавим ли мы в общий плейлист? Ладно, давайте поговорим. То есть он, получается, нашел себя, дохуя вот он это делает, однотипную вот эту хуйню. Это начало людей подзаебывать, и он решил на что-то новое перейти. Вот тут интересно он звучит, как будто тоже его стиль. То есть его стиль,
как бы это работать в таком поп-фонке около, да? При этом разную подачу пробует. Интересная вещь, интересная вещь. Это хороший эксперимент. Добавим в общий планец, пишите. Вот только Леончик написал пока что, что да. Пальцами по небу, смотри, как разбиваются планеты. Нервы пылают, пламени стебли. Я улыбаюсь, вдыхая пепел. Ну, спида буквально чуть-чуть быстрее. Хуйня, нет смысла слушать. Давайте добавим. Я думаю, трек стоящий. Спасибо Травме, это круто было. Правда. Ждем следующих треков. Теперь интересно наблюдать за творчеством, посмотреть, что вообще дальше. Будут ли треки еще на низком? Мне нравится Травма на низком, но я понимаю, что это всех подзаебало уже, скорее всего. Так что пускай ебашит то, что делает. Точнее, ну, пробует. И я думаю, рано или поздно, ну, вообще еще выебет хитом одним. А может, не одним. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. Discord еще, да. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.